В трейлере Лютера показали самого сексуального мужчину. Премьера сериала запланирована на 2019 год. В пятом сезоне главный герой столкнется с криминальными схемами, покрывающими коррупцию. В сети появился трейлер пятого сезона сериала «Лютер» с Идрисом Эльбой в главной роли. В будущем сезоне главному герою и его напарнице Катрин Халлидей придется столкнуться с дерзкими убийствами и криминальными схемами, покрывающими коррупцию в городе. Самый сексуальный мужчина года. В ролях, помимо Идриса Эльбы, также снялись Вонми Массаку, Дермот Кроули, Майкл Смайли и Патрик Малахайт. Премьера сериала запланирована на 2019 год. Ранее сообщалось, что в сети появился трейлер фантастического фильма «Артемис Фаул» о 12-летнем мальчике главе преступного синдиката. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.